В официанте все должно быть прекрасно. И манеры, и улыбка, и одежда. За каждым движением следит строгое жюри. Самарские официанты по стандартам WorldSkills соревнуются впервые. В мировом чемпионате России участвовал 2 года назад. А вот в Самаре эта компетенция только начинает развиваться. Нам есть к чему стремиться. До мировых стандартов нам, конечно, нужно еще учиться. Но конкурсанты себя показывают с хорошей стороны. Каждое задание согласовано с национальными экспертами. Нужно уметь складывать салфетку 10 способами, различать на вкус сорта вин и профессионально общаться с гостями. А разрезать курицу – вообще целая наука. Ножки и крылышки отделяются в первую очередь, дальше дело за грудкой. Чтобы не оставить на ней проколов, официант вставляет вилку сбоку тушки. Эксперты отмечают, орудуют ножом. Конкурсанты не очень уверенно, но видно, что теорию знают хорошо. Мало того, что курицу нужно правильно разделать, ее еще нужно и правильно подать. И делается это с помощью вот такого приспособления. Мне показали самый простой способ, но даже им делать это очень неудобно. Вот так, по всем мировым стандартам подавать курицу все-таки нелегко. На региональном этапе всего 5 участников. Это молодые специалисты и студенты колледжей, где изучают ресторанный сервис. В Самаре их только 3. Вот такие конкурсы они как раз нам и покажут. Так ли мы учим, в том ли направлении, какие проблемы есть. Потому что это тоже очень важно для нас, для того, чтобы каким-то образом скорректировать программу обучения и приблизить к тем потребностям, которые необходимы. Программа соревнований расписана до вечера. Участникам еще предстоит показать себя в роли бармена и сомелье. Победитель определится только завтра. Он отправится в Мордовию представлять Самару на чемпионате Поволжья. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.